Вода ледяная. Ты что, забыл заплатить за газ? Дорогая, ну я же работаю. Ты бледная. Может, это из-за одежды? Сейчас утро, а ты выглядишь как в конце дня. Что хотел Валерию? Теперь я подчиняюсь 20-летней блогерше. Вы очень напряжены. При каждом приступе тревоги принимайте 3, максимум 4 капли. Встретимся через несколько дней. Доброе утро обеим! Привет обоим! Я все понял. У тебя ПМС, да? Столица Испании. Конечно, я знаю. Ибица. Знаешь, со мной навсегда останется частичка тебя. Моя карта?